В актовом зале детского сада номер 41 собралось около полусотни гостей. Представители Беларуськалия, воспитатели, родители и выпускники. 25 лет для дошкольного учреждения – почетная дата. Юбилей отметили продолжительным торжеством. Всю неделю в детском саду проходили квесты, КВН и конкурсы. Сегодня в программе праздника концертные номера с участием воспитанников детского сада и их родителей. Наш мюзикл – это как бы и пародия, и на сказку Буратино. Так как садику 25 лет, мы решили с родителями нашей группы, как-то помочь в организации этого праздника замечательного. Песни, заводные танцы и мюзикл по всем известной сказке впечатлили каждого зрителя. Талант и артистизм разновозрастных актеров публика оценила громкими аплодисментами. Поздравить остров детства с юбилеем пришли и ветераны педагогического труда. Призванием воспитание детей стало и для Надежды Мериновой. На счету первой заведующей сада не один десяток выпускников. Большинство уже выросли и обзавелись собственными детьми, но теплые воспоминания своих подопечных навсегда останутся в ее памяти. Когда воспитателем работала я, конечно, и по сей день я всех ребят помню. И когда заведующей тоже стала работать, даже отдельных детей помню, в чем они пришли в первый раз в детский сад. То ли в синеньком платьице, то ли с бантиками, то ли в шапочках. И теперь время прошло, уже не узнаешь. Но бывает, на улице подходят молодые люди, а уже и не молодые. А если военные, то пенсионеры, то бывает, и не узнаешь их.